Всем привет, с вами Надежда, и сегодня это будет такое видео про все вещички с совушками. Как вы знаете, у каждого человека есть любимый рисунок, с которым они любят покупать вещички. Но у меня это совушки. Я даже не знаю, от чего это у меня появилось. В детстве я вроде не любила совушек, а здесь вдруг раз и совушки. Даже название канала умудрилась ставить. Такие видео есть уже у многих на каналах с реборнами. Я увидела такое видео у Арины Лав. Она снимала про все вещи с принтом зайчика. Она очень любит зайчиков. Ну и решила заснять тоже такое видео с совушками. Вещи с совушками не только покупала я, но очень многие знают, что я люблю этот принт. И присылали мне подарки, за что я очень благодарна. И каждая вещь связана с человеком, который мне это подарил. Смотришь на вещь, и она вызывает у тебя приятные воспоминания. Мне это очень нравится. Вот эту вот картину вышила Полина из Германии, прислала мне. Вот эту яркую совушку мне прислала Настя с канала Reborn Mom из Израиля, представляете? А это моя сестренка любимая подарила мне такую совушку. И вот такую совушку она купила мне в Москве, когда мы ездили в Москву на видео People, по-моему. Потом идет вот такой матрасик. Его приспособила на стульчик. Я его купила сама. Иногда вижу вещи с совушками, и все. Не могу оторваться и их покупаю. Ну а теперь представляю вам моделей. На каждой модели хватило одежды с совушками, всех переодела. И сейчас мы рассмотрим все вещички поподробнее. Вот это мое любимое постельное белье с совушками. Заказывали мы его на Алиэкспрессе. Очень хорошее качество. Сколько лет мы им пользуемся, и до сих пор такие яркие цвета. Детки сидят на тепленькой пеленочке с совушками. Тоже увидела материал в тканях. Не смогла пройти мимо и отрезала 2 метра. Получилось у меня 2 пеленочки. Одно отослала Настя в Израиль с посылочкой. Вот такую коробочку, вы помните, я делала ее в видео «Очень неумелые ручки». Она у меня до сих пор живая. И там у нас хранятся заколочки для волос Габриэлины. Так, здесь у нас двойняшки. Дарья и Аннушка. Я их совершенно не различаю. Поэтому мы просто посмотрим. Давайте будет это Дарья. На Дарью у нас бодик с короткими рукавами. С такой яркой совушкой. Классный. Его нам кто-то подарил. Я уже не помню. А на Аннушке бодик с длинными рукавами, с 2 совушками. Я думаю, что это мама и маленький совенок. Также она держит поильничек. Поильничек, по-моему, это нам Таня прислала из Лыткарина. Кстати, она нам, Танюша, нам очень много всего присылала с совушками. У меня до сих пор еще есть обложка для паспорта, которую они мне прислали. О, большое вам огромное спасибо. Это мне Катюша подарила на праздник. И это чехол для телефона, но я использую его для деток. Сейчас у меня там лежат ватные палочки, его можно брать с собой. Красиво. Габриэла сидит в таком прекрасном костюме совушки. Я его увидела в магазине Gloria Jeans и не смогла пройти мимо, конечно же, я его купила. Еще у Габриэлы вот такие вот замечательные резиночки для волос с совушками. И также у нас есть фломастеры с совушками. И вот такую совушку нам прислала подписчица. Это ручная работа, она сама делала. Это безумно-безумно приятно. Еще у Габриэлы есть вот такая вот резиночка с совушкой. Она ходит с ней в садик. Такие маленькие, замечательные косметички с совушками. Очень нравится. Такая новогодняя сумочка с совушкой. Там у меня лежит... для моего Мишки одежда. Мишка сидит в футболочке с совушкой. Она тоже у нас очень-очень давно. Я ее как-то нашла в секонд-хенде. И мне она безумно нравится, эта футболочка. Ну, перейдем к нашим красоткам. Самых маленьких мы утеплили. Вот эту шапочку я вязала сама. Шапочку с совушкой. Вот такой свитерочек с совушкой тепленький. И держатель для сосок, конечно же, тоже с совушкой. Очень мило смотрится. Здесь наша красоточка Эмили. Она в шапочке с совушкой, в бодике с совушкой. Это бодик с аппликацией ручной работы. Нам его подарила Арина Лав при первой встрече. Безумно нравится ее подарок. И, конечно же, держатель для пустышки с совушкой. Кстати, держатели я делала сама, а вот такие вот крепления покупала на Алиэкспресс. Наша милая Ульяшка сидит вот в такой красивой рубашке с совушками. Смотрите, они какие разные, красивые. Просто глаз не отвесть. Тоже ее видела в секонд-хенде и не могла не взять. Мне еще нравится рукава, так сделаны с резиночкой. Просто безумно нравится. И вот такие вот лосинки. Это Лена подарила как-то на праздник. И они тоже классно сидят на детках. Ну и последняя наша любимица Белочка. Она сидит в таком ярком платье, конечно же, с совушкой. Классная, да? Вот такой детский сад в одеждах с совушками у меня получился. Еще у нас есть вот такая вот погремушка с совушкой. Здесь прорезыватель. И она так звенит. Это тоже нам подарила Лена. Ну и последнее, что я вам хочу показать, это подвеска в кроватку с совушкой. Тоже ручная работа. И ее тоже делала Ариночка. Подарила нам ее в Санкт-Петербурге. Ее можно вешать на кроватку. Когда надоест Мишке, повесим совушек. Ну, а пока, мне кажется, очень даже мило смотрится она и около кроватки. И создает такой милый интерьер в детской. Вот такое небольшое видео у меня получилось. Снимайте тоже видео с вашими любимыми вещичками, на которых нарисован ваш любимый принт. Буду с удовольствием их смотреть. А на этом я заканчиваю свое видео. И всем пока-пока!